Ребята, остановите меня кто-нибудь. Накупила ребенку вещей. Ну, вот это я заказывала еще на Алиэкспресс. Очень клевая такая курточка на прохладную погоду. Вот. Класс. Тоже вот это вот с Алиэкспресс. Такой классный комбез. Вообще офигенский. Так, вот это я брала в Глории. Очень клевые джинсы. Мамс. Потом вот эти тоже, знаете, на вырост я взяла. По скидочке хорошей. Вот это я тоже на Алике брала. Классная жилетка. Дальше. Вот это вот я в Глории брала. Купальник, потому что мы скоро поедем отдыхать. Ну и в бассейн мы ходим. Вот это тоже в Глории брала. Вот это вот в Айкике на вырост я взяла. 98-104. Ну это в детский сад леггинсы с этим. Еще на Алике очень клевая тема. Это вот такой штамп, чтобы маркировать вещи. Нажимаешь, у тебя сразу раз. Луна Фриске, пожалуйста. На майке то же самое. Так, дальше. Носочки я купила, такие коротенькие. Потом вчера мы купили такие кроссовки прикольные. За 2, кажется, 1000. Взяла вот такие вот. На Алиэкспресс заказала. Вот. И вот такие на Валберес взяла. По совету девочки одной. Хорошая, мне нравится. Доча, где твои? Куда-то она засунула. А, ща. Ой. И вот такие еще в детский садик мы взяли. Тоже. Симпатичные. За 1200, что ли, я их взяла. Короче, штампик выглядит вот так. Вот такой вот он. Сейчас. Раз. Два. Три. Классно же?